Каждый раз в Москве я всегда нахожу чему удивляться. Сейчас, например, это первая улица Шарикоподшипниковая. Кругом каменные дома, бетон, а дома, кстати, здесь появились еще в 30-е годы, высотные. Их строили для рабочих заводов. Несмотря на то, что здесь очень много этих домов, пожалуйста, зеленый островок, его сохранили, и он радует до сих пор. Эта аллея такая зеленая, такая свежая, не хочется отсюда уходить. Одна из достопримечательностей Юго-Востока Москвы – Ассирийская церковь Востока. Ассирийцы – удивительный народ. Ассирийская община живет в Москве очень давно и сумела сохранить свою древнюю историю, культуру, религию. Среди выдающихся ассирийцев, которые здесь жили, можно назвать хотя бы знаменитую целительницу Джуну. Дани